Ну что, давайте, ребята, отправляться в третью локацию. Мы, кстати, между прочим, кто не в курсе, играем в пятницу 13 за Джейсона против, конечно, интеллекта на харде. Возможно, конечно же, я бы хотел сыграть с людьми, но у меня просто никого нет, поэтому я играю один. У нас третья локация Crystal Lake, маленькая локация Crystal Lake. Пока что все два уровня мы прошли половиной. То есть мы поубивали вместо 8 4 человека. То есть половину мы выполняем. У нас это будет третья игра. С каждой игрой, конечно, я стараюсь себя вести намного лучше, эффективнее. Но какие-то моменты, конечно, да. Мне не нравится. Это я говорил в прошлый раз, что они могут через окна прыгать. Они, конечно, могут, я не могу. Ну ладно. Этап Camp Crystal Lake, 79 год. Все разбежали. Теперь только мы и они. Погнали. Наша задача — обрубить им все телефоны. И, естественно, не дать им уйти. У нас есть 20 минут. Make them remember what they did to us, Jason. Kill them. Kill them, да? Kill them. Так, надо найти сразу то место, где есть телефон, где есть машина. Где у них есть связь. Надо их оставить без телефона. Я кого-то слышал, как в воде. Непонятно. Как-то странно. На харде, да. Блин, у меня еще даже не загрузилась третья кнопка моих навыков. Долго что-то, долго, Джейсон. Как-то не есть хорошо. Здравствуйте. Как успехи у вас? Ну ты будешь убивать-то, нет? Я пытался восстановить телефон. That's my Jason. That's my special, special boy. Она пыталась восстановить связь, чтобы вызвать полицию. Скорее всего. Ну, делай что-нибудь, давай.
Так, минус два. Don't stop, Jason. They deserve to die. Make them suffer like we did. Минус два, да? Осталось еще. Здравствуйте, уважаемый. Кто? Привет. Как успехи? Выслеживаемость доступна. Че, убежал, да? Я вижу тебя. Я вижу, вы не сильно-то, да? Старались убежать. Это ваша большая ошибка. Так, здесь стоит машина. Можно здесь поставить капканы, потому что, хотя, смотри, машина закрыта, значит, здесь нет ни бензина. И двигатель никто не пытался с ключами, да, найти? Ну, двигатель завести, понятно, но ключи-то, ключи. Так, у нас осталось еще 5 кандидатов. Давайте их искать. Связь у них нарушена. Правильно? Правильно. Так, связь вот здесь была. Здесь я поставил капкан. Здесь машина. Так, 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 так. И если дальше подумать... Не нужна мне телепортация. Зачем она мне упала? Давай дальше соображать, что мне надо делать. Где мне найти... Что-то много этих значков, вот кругленьких вот. Либо это дыхание что-то сбивается, либо кто-то тут что-то пытается сделать. В любом случае, нам надо двигаться быстрее. У нас время-то ограничено, между прочим. Так, одного я нашел. А, спас, да? Молодец. Давай, 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 Джейсон, просыпайся. Че, в туалете, что ли, загасился? А-а-а. Так, они бензин тащат, значит, они хотят машину, я понял вас, сладенькие мои. Бензинчик решили, да, потаскать? Хорошо. Опа. Здравствуйте. Да что такое-то, а? Как меня вот эта шляпа прям раздражает в игре, вот. Но как он может мне успеть вот так вот? Ну тебя схватили за горло, сука, у тебя вообще ни хрена нету. Так, где машина? Сюда, скорее всего, они. Скорее всего, сюда побегут. Вряд ли они пойдут через... Да. Иди сюда, урод. Ну что ты? Какой же ты тупой, а? Ну, знаете, вот такой вот ограниченный такой дуболомый, сука, вот какой вот дуболом, сука, одноклеточный. Вот правда вот, а? Ты что-то пытаешься как-то что-то сделать, а он тупой, вот реально, вот он ограничен в своих вот возможностях, и ты ничего сделать не можешь. Здравствуйте. Как ваше ничего? Вот опять вот, вот как вот вы успеваете это использовать, а? Вот я схватил, начинаю нажимать, да, на кнопку типа его убить, а он мне не дает его убить. Слышь, что, тело? Иди сюда. Ну ты что им будешь делать? Как-то убивать его можно, нет? Что ты на него смотришь-то? Ты дурак, что ли? Я понять не могу, блядь. У тебя вот эти вот. Ой, сука, какой же ты лупень-то, а? У
тебя при захвате должны срабатывать кнопки. Почему они у тебя, сука, не работают? Ты можешь мне это объяснить, а? С дробовиком, блин. Вот так вот бы сразу бы надо было сделать. Так. Надо понять, куда они теперь будут отправляться. Так, машину я, наверное, скорее всего, будут ко второй машине отправляться. Что ты орешь-то, а? Иди сюда. Сюда иди. Эй, дядя. Мужчина. Мужчина. Можно с вами пообщаться? Как так-то, а? Почему не попал ты по ноге? Ну, без ноги бы остался, придурок, блин. Ну почему ты его не смог схватить, да? Ну ёб твою мать, а? Стоять, сука. Опять, ну конечно, ну как же без этого-то, а? Ну такой баран, вот-вот-вот, у меня слов нету, это Джейсон, вот на ты, вот олень, блин. Я думаю, что компьютер это все делает гораздо жестче и быстрее, вот. Ты его схватил, вот ты сразу, я вот его поймал, вот в руки, да, взял. Я сразу нажимаю клавиши для убийства просто, которая мне нравится, нужна. И он этого сделать не может. Да? Мужчина, здравствуйте. Да схвати ты его уже, а. Джейсон, ну что за неуважение? Die, make them suffer. У нас осталось три. У нас осталось три кандидата, да? Что-то какие-то они на этой локации немного туповатые. Я не скажу, что я прям играю сверх так вот, прям вот оперативно все делаю. Ну что? Где ты там гасишься-то? Бензинчик? А-а-а, молодец! Бензинчик решил потаскать, да? Что, обратно побежал в дом? Не, мне понравился момент с палаткой. Ты что, вообще дурак, что ли? Зачем ты прыгиваешь? Вот объясни мне, ладно, придурок, а? Объясни мне просто, для чего ты прыгиваешь из окна, а, дурак, блин? И обратно ты залазишь в этот дом? Ты ебанутый или у тебя с головой проблемы, а? Слышь ты? Для чего ты запрыгиваешь в дом, если ты из него только что пытался выбраться? Ты должен вообще другое место держать, я не понимаю. Вот, ну, я, конечно, понимаю, что это боты, да. Это хард, как бы интеллект я поставил максимальный. Ну, глупо бежать в дом, обратно из которого ты пытался убежать, ты надо быть полностью на голову двинутым вообще, ёбнутым просто, блин. Так, у нас есть два кандидата. Давайте подумаем, куда они могут сбежать. Полицию они не вызвали, потому что я обрубил им связь. Может быть, где-то есть другое место, которое я пока... А, вот смотри, здесь движок открыт. Значит, они где-то здесь. Надо здесь поставить капканы. Потому что двигатель открыт. Наверное, они ищут ключи. Бензин, наверное, скорее всего, уже нашли. Так, ну, двери-то
Я им сейчас забаррикадирую капканами, чтобы они немного поняли. Так. Давайте думать. У меня остался Томми и Чат. Чет. Вопрос теперь в другом. Где мне их искать? Я не понимаю. Я знаю, что в этой игре, наверное, еще можно как-то скрыться, наверное, по воде. Ярость у меня активна, да? А что нам не дает эта ярость? Я сейчас не знаю. Для того, чтобы скрыться по воде, нужно лодку, наверное, какую-то построить, да? Есть, по-моему, 4 точки выживания. Это машина, это полиция, это лодка и просто протянуть время. Я не знаю, где их, ребята, искать. Машины все у меня в капканах. То есть двери, движок. Та машина вообще полностью не разутая. Там надо заморачиваться еще больше, чем с этой. Но здесь же никого нет. Либо они где-то прячутся под кроватью в доме. А что мне ярость, соответственно, дает? Просто убивать моментально, что ли? Блин, они могут быть в любой точке. Ну где их найти? Кажется, они сейчас просто спрячутся куда-нибудь в палатку, под кровать. Они не будут пытаться уехать, потому что они понимают, наверное, все-таки интеллект их не настолько тупой, как мне кажется. Они, скорее всего, сейчас будут гаситься, потому что они понимают, что машины уже давным-давно мной контролируются. Связи у них нет, их осталось двое. Где они могут прятаться, я вообще не знаю. Это очень интересный момент. Если только обесточивать каждый дом, возможно, они будут как-то себя проявлять. И как бы, может быть, это так работает, но я не знаю. Пока что я ничего не наблюдаю. Я не знаю, ребята, где их искать. Не представляю. Это должен быть дом. Просто загашник. В каком-то доме они просто спрятались. Все. Но в каком? Они даже не будут пытаться. Осталось 20 минут. Не осталось. Нет, я их не найду. Я ничего не сделал, я не знаю, где их искать. Я их не найду. Я проиграл. Как их найти, я даже не представляю.
нет. Они никакого не будут выдавать вообще звука, пика, писка, вообще пофигу. Они будут просто гаситься в доме. Где-то они в домах загашены, оба. Или в палатке, я не знаю. Там точно никого нет. Мы проиграли. Мы проиграли, ребят. Ну, что я сделал? Я не знаю, как их найти. Машины они пытаются взять. Ну все, финишная прямая. Проиграли мы. 6 из 8. Ну а что я сделаю? Не получилось. Потому что здесь, да, сработал, наверное, интеллект. Они понимают, что заблокированы все выходы. Полицию не вызвать, машины все под капканами. Ладно, ничего страшного. Ну что, дорогие друзья, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайкосы, подписывайтесь. Удачи, увидимся.